А 1 сентября откроет сезон молодежный театр «Глобус». В этот день пройдет традиционный праздник «Умное шоу для школьников. Метод Глобуса». Также зрители увидят, как изменилось верхнее фойе театра. Наш паркет не соответствовал, но вы, наверное, многие тоже знали, в каком состоянии не соответствовал, значит, нормам пожарной безопасности. Было принято решение, то есть замена паркета будет произведена на мрамор и керамогранит. Все ремонтные работы, а они сегодня идут не только в верхнем, но и в нижнем фойе, планируют завершить к 10 сентября. Но это не помешает открыть сезон в начале месяца, уверены руководители театра. Первой премьерой в октябре станет спектакль «Пианисты» в постановке режиссера Бориса Павловича. В текущем сезоне театр планирует выпустить 6 новых постановок. Их поставят Марат Агацалов, Иван Орлов, Алексей Крикливый. Отправится труппа «Глобусы» и на гастроли. Спектакли покажут в Воронеже и Москве. Впервые в этом сезоне театр станет партнером региональной сети школ инклюзивного театрального образования. Московские педагоги будут обучать людей с ограниченными возможностями. В итоге должен случиться спектакль, потому что выход на сцену, на публику имеет тоже определенное значение и очень важное. Спасибо за то, что смотрите «Новосибирские новости». Если вы хотите оперативно получать информацию, подписывайтесь на наш канал. Ссылка внизу. А здесь мы разместили для вас интересное и полезное видео. Приятного просмотра!